вкратце хотя бы. Ну, вкратце скажу просто и все. Да. Самокат сам Ультрон Т-28. Разгоняется... Сколько? Ультрон Т-28, это модель. Ага. Разгоняется он до сотни. Ну, говорят, до сотни. Я максимум разгонялся до 85, больше нет. Страшно? Я не гоняю так быстро. 35-30 не хватает, потому что здесь яма ухабистая, все. Страшно. Кстати, меня недавно полиция остановила. Спросила, так после того, как вы меня сосняли, короче, в следующий день. Спросила это, а вас, ваши документы, говорят, на что, на транспортное средство. А документов у него нету. А в смысле, у меня только чек у него есть, то, что его купил. Показал чек, они говорят, такие подумали, ну ладно. А права, есть какие-то, любые на подкатевой, потому что у вас больше 2500 ватт. Они по ролику, да, это все? Предъявляли претензии по ролику? Нет, они так пришли просто. А где написано, что что? Ну, да, 1600. Они типа уже знали, видели самокат, типа, известно, мы знаем, то, что 200, вот есть права у него, да. Показал, шлем и все. Я же что-то нарушил, нет, езжайте дальше. Все. Не знаю, чего они добиваться хотели. Даже, допустим, у меня не было. Ничего права, да, были, да, с собой? Да, нельзя давать, ни в коем случае. Ты по дороге ехал, да? Да, получается? По дороге ехал. Не, права даже не думаем давать. Ну, конечно, если дал бы права, нафиг чего подписали. Они бы тебе там что-нибудь понарисовали, блин. Они пытались мне забрать права, да, правильно, хоть давайте. Не, я не, покажу не, только не, так. Не, вот, да вообще не надо им показывать. Я прям тянулись права мне забрать. Скажи, обычный самокат ногами. Тяжело очень. Ну и что? Скажи, тяжело, я еду на ножками. Говорит, да я ногами там. А. И все. А, тут батарея села или что? Да, все, электричества нет. Ну, я... Не работает. Демонтировал. То, что, знаете, прикол в том, что у меня, да, два колеса, по 1600, мне по спине колесо не работает. Вот смотрите, видите, задняя работа, и все, 1600. Так что, может, я мог даже право показать. После показал право, потому что... Да я просто ты на встречу пошел, да, чтобы понятия отстали. Блин. Также он, получается, 50 килограмм весит еще. Вот, как они тяжело. Тебя смогли вообще тормознуть, я не понимаю. Ты не едешь, зачем? Блин. А? Они еще спрашивали, почему у вас нет поворотников. Я зачем ты вообще остановился? Ну, они остановились, как они меня там переходили вперед. Еду, потому что прям резко меня вперед. Я охренел, у меня глаза такие большие стали. На машине тебя? Да, ты... переходили вперед. Чуть не врезался, дебил. Так нельзя делать вообще. Я знаю. Я говорю, чего творить? Гаишники, они, это же запрещено. Тем более у тебя шлема нету. Мне шлем был. А, ты тебе в шлеме был? Да, у меня все было. Пировка, все. Им запрещено вообще погоню вести, если шлема нету. Не погоню нагнали, как я тут смотрел, я офигел. Мне так как-то подлюк лежал, ну это они борзятина какая-то. И еще второй раз тоже остановить, это не знаю, неделю назад. Хотя остановить меня пошел. Я не ушел, мне уже достало просто. Не, я просто к тому, что они же не могут, по сути, ничего предъявить тебе так вот глобально, понимаешь, пока что. Ну это да. Пока что. Пока что. Пока что нет нормального закона, понимаешь? Да, там... не смеют, потому что даже спрашивают права, ничего, потому что это бред. Потому что по закону, смотрел по конституции, ничего не написано по самокатам, то что и можно, если безопасность. Нет, надо смотреть по ДД. Правила дорожного движения. Да, смотрел, там ничего не написано по самокату, вообще ничего не прочитал. Там, кстати, да, там же только велосипед, по-моему, написали 250 ватт, а про самокат, по-моему, вообще ноль. Да, вот, поэтому... в этом году какой-то закон. Вот если они введут, может что-то и поменяется, а пока что куда это все, блин. Слушай, ну круто, конечно, блин, это, конечно, слушай, вообще... Амортизация у тебя работает нормально? Да, я хочу купить новую схему, она 20 сантиметров, здесь 15 сантиметров получается амортизатор, я хочу больше купить, потому что он вот шатается. 48 вольт у тебя? Не, 60. 60 вольт? Да, на 30 ампер часов. 30 ампер часов. Говорят, что хватает на сотню, мне хватает 50-60. Километров пробега? Да, больше не тянет. Блин, что? Ну это мало. Вот это сотня мало. Была бы. Можно было поменять бы батарейку, вообще сказать, поможешь продать батарею за 30 тысяч и попросить вот здесь красать снирать батарейку. У тебя же красить. Влезет, мне кажется, больше. Да, там хочешь. Там хочешь. Не, это так, сверху, видите? А, все. Она вот сверху типа огромная, специально закрывает. Контроллер? Да, контроллер закрывает, чтобы контроллер не разбить. Yes. Yes. А так, а там еще место так достается, чуть-чуть, сойдет в 5 по бокам. Подсветка есть, да? Ну да, вот, получается. Офигенно, блин, слушай. Прям бомбически. Как этот Dualtron Т? Не, Ультрон. А, Ультрон? Т-128. Нет, Т-128. А, Т-128. Это типа из фильма, что ли, Терминатор? Нет. Типа какая-то фигня там была, нет? Терминатор какой-то? Не знаю. Или они просто? Т-128 Ультрон. Так, если у вас Т-18, Т-108. Слушай, а он складной, да, у тебя что? Ну, складывается все.
А вот то, что внедорожная вот эта покрышка, она вообще нужна? Да, я хотел поменять, но мне там, короче, связался стягание, получается. Хотел поменять? Да, я поменял, потому что передняя, получается, задняя получается. А, передняя тоже была внедорожная? Да, тоже внедорожная. А ты дорожку поставил, да? Все-таки лучше? Да, она мягче, но... По асфальту-то фига. И она и батарейку у тебя жрет. Вот, кстати, поменяешь на дорожку, может, больше там 70 проезжать. Да, больше 70 можно. Слушай, ну огонь, блин. А, можно спросить, мы эти девочки...